Действующие ограничения продлеваются в регионе по 28 июля. Решение принял оперштаб. Ежедневный уровень заболеваемости в Архангельске выше, чем в целом по области и по стране. При этом, как показывают результаты эпид-расследований, более трети заболевших в областном центре не имеют установленного контакта, что свидетельствует о главных причинах инфицирования – несоблюдение личной гигиены и масочного режима. Особый контроль за магазинами и автобусами, где в обязательном порядке все должны находиться в масках. Администрация Архангельска поручена усилить контроль за работой ночных клубов, кальянных ресторанов, среди которых фиксируются нарушения. А перевозчикам рекомендовано обеспечить масками пассажиров, которые не могут приобрести их самостоятельно. Всего ограничения, напомню, продлены до 28 июля включительно.